В особых условиях особый, в том числе и последний звонок. В этом году из-за неблагополучной эпидемической ситуации выпускники школ проведут праздник онлайн. В непривычном формате с окончанием важного этапа их поздравили представители администрации Десногорска. Дорогие выпускники, вот и настал долгожданный момент окончания школы. Последний звонок – большое значимое событие, которое знаменует начало нового этапа в жизни для каждого из вас. К сожалению, в этом году прощаться со школой, друзьями и учителями вам придется в онлайн-формате. Но, несмотря ни на что, это будет памятный момент. Последний звонок приближает вас к новой встрече, имя которому – взрослая жизнь. Именно вам предстоит умножать делами мощь и богатство нашей страны. Не останавливайтесь на достигнутом. Где бы вы ни учились, какие бы высоты ни покорили, помните о родной школе, учителях и городе Десногорске. Пусть успехом заканчиваются все ваши начинания, сбудутся ваши мечты и исполняются все планы. В добрый путь, дорогие выпускники! Дорогие выпускники, я искренне поздравляю вас с последним звонком. Заканчивается первый важный этап вашей жизни. Я хочу пожелать, чтобы все мечты, все ваши планы воплотились в полном объеме. Впереди вас ждут победы и потери, взлеты и падения, но вы, я уверен, с мужеством выдержите все то, что готовит взрослая жизнь. Желаю вам крепкого здоровья, осуществления абсолютно всех планов. Помните свою школу, помните свой город, помните своих одноклассников. Ведь это время останется с вами до конца вашей жизни. С праздником вас, всего вам самого наилучшего. Дорогие выпускники, я желаю каждому из вас найти свою тропу и шагать по ней смело и уверенно. Верьте в себя, в свои силы и свои мечты. И только никогда не отступайте, какие бы испытания ни приготовила судьба. А мы уверены в вас, выпускниках 2020 года. Мы верим, что вы никогда не собьетесь с верного пути. Соберете все звезды в карман, добьетесь фантастического успеха и заставите всех гордиться своими достижениями. Всем, кто причастен к празднику последнего звонка, я желаю добра, счастья, любви, благополучия и, конечно же, больших успехов и процветания. И пусть звонок этого колокольчика станет символом счастливой и незабываемой школьной жизни. Добрый путь, выпускники 2020 года! Олег Соловьев, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна ТВ.